что он хочет поговорить со мной. Я Энди Дюфрен. Банкир, убивший жену. Зачем убил? Если вам интересно, я не убивал. Ты не одинок. Здесь все невиновны. Знаешь это? Хейвуд, за что тебя посадили? Ни за что. Адвокат оплошал. Говорят, ты очень хладнокровен. Считаешь, что ты лучше других? Это правда? А вы как думаете? По правде говоря, я еще не решил. Как я понял, вы можете доставать какие-то вещи? Время от времени кое-что достаю. Не можете достать мне геологический молоток? Что? Геологический молоток. Что это и зачем? Какая вам разница? Если бы это была зубная паста, я бы не спрашивал, назвал бы цену. Но зубной пастой нельзя убить, верно? Справедливо. Молоток длиной сантиметров 15-17 похож на миниатюрную кирку. Кирку? Для скал. Скал. Кварц. Кварц. Слюда. Сланец. Известняк. И что? Я собираю камни. Собирал в прежней жизни. Хочу снова начать. Или хочешь садить инструмент кому-нибудь в череп? Нет, сэр. У меня здесь врагов нет. Нет? Подожди немного. Ходят слухи, ты очень понравился сестрам, особенно боксу. Думаю, бесполезно объяснять им, что я не гомосексуалист. Они тоже так думают. Прежде всего, ты должен быть человеком, а им без разницы. Они берут силой. Только это они хотят и понимают. На твоем месте я вырастил бы глаза на затылке. Спасибо за совет. Он бесплатный. Ты понимаешь мое беспокойство. Если что-нибудь случится, я не воспользуюсь молотком. Договорились? Тогда, наверное, хочешь бежать, прорыть тоннель под стеной. Я что-то не понял. Почему смеешься? Поймете, когда увидите молоток. Сколько стоит такая штука? $7 в любом магазине камней. Моя обычная ставка 20%. Но это особый случай. Возрастает риск, а с ним и цена. Тебе это обойдется в 10 баксов. Годится. По-моему, выброшенные деньги. Почему? Здесь любят неожиданные проверки. Найдут молоток, ты его лишишься. Если найдут его у тебя, ты меня не знаешь. Назовешь меня, больше дел у нас не будет. Не проси ни шнурков, ни жвачки. Понял? Понял. Спасибо, мистер. Рэд. Меня зовут Рэд. Рэд. А почему вас так зовут? Может, потому что я из Ирландии.